На календаре первый день весны, самого жизнеутверждающего времени года. Раньше этот праздник отмечали с размахом, как символ победы тепла над холодами. Сейчас такой традиции нет, однако так или иначе каждый человек чувствует обновление и возрождение природы. Любят ли этот сезон улан-удэнцы и ощутили ли они весеннее настроение, узнал Дорж Себеданов. Как прошел первый день весны? Хорошо, вроде как обычно, но все хорошо. Да никак. Как обычный день? Как обычный день, да. Вот сейчас вышел на улицу, приятно, запах такой весенний, свеженько все. На работе. А кем вы работаете, если секрет? Учителем музыки. Нормально. А любите весну в целом? Люблю, теплая такая чуть-чуть. Разве с внуками хорошо пройдет? Водилась, все. Спасибо. А любите весну в целом? Не особо. Не особо? А почему? Не знаю, там лужи, грязь. Тепло. Скоро лето. Конечно, скоро купаться поедем. А куда? На Байкал. Скоро. Я люблю... люблю весну только когда уже все растает, более поздняя весна. То есть вы тоже не любите вот эту слякоть, всю вот эту ужасную? Нет. Если только позднюю весну. Май. Да, привыкла и люблю. Снег, слякоть, вот эта грязь вас не пугает? Ничего страшного. У каждой погоды есть свои минусы, но почему мы должны на них обращать, если есть плюсы? Нравится любое время года. Нравится. А весна самая любимая? Нет. Есть какие-то планы на эту весну, а у вас? Нет, планов пока нет. Вообще никаких? Вообще никаких. Какие планы могут? Сейчас уже на пенсии сижу, какие планы? Отпуск. Весной. А почему не летом? И летом. Я ее просто его разделил. Хотел квартиру купить, но что-то очень дорогие стали. Скоро 1000 рублей за квадратный метр. Вообще не знаю, как купить-то ее. И можете какое-нибудь пожелание дать горожанам в первый день весны? Какое пожелание? Быть счастливыми. Здоровье главное. Чтобы все были здоровы и счастливы. Спасибо.